Представляем вашему вниманию комбо-устройство 3 в 1. Это универсальный ИК-контроллер, то есть он позволяет заменить все пульты инфракрасного диапазона в одной вашей комнате. Данное устройство работает до 10 метров и может управлять телевизором, DVD, вентилятором или кондиционером с помощью приложения, которое подключается через Wi-Fi. То есть вы можете управлять всеми этими вышеописанными устройствами и любыми другими, у которых есть пульт управления, с помощью вашего смартфона. Кроме этого, в данном устройстве имеются еще два датчика, то есть датчик температуры и датчик влажности. Данное устройство не требует подключения к какому-либо шлюзу, оно работает с умным домом от Amazon Alexa и Google Ассистентом. То есть работает через приложение Smart Life, либо приложение Tuya. Вот. И работает так называемый мультибренд с различными устройствами, как уже говорилось выше. То есть до 10 метров, в радиусе до 10 метров инфракрасный сигнал будет отправляться с этого устройства и непосредственно управлять всеми вышеописанными устройствами, которые у вас находятся в комнате. Посмотрим на содержимое. Значит, у нас имеется непосредственно инструкция, user manual с картинками на английском языке, то есть все этапы, шаги того, как нужно настроить пульт управления. То есть для начала пульт управления и данное устройство необходимо обучить, то есть связать пульт управления с этим устройством. После того, как произойдет обучение, вы сможете управлять всеми вышеописанными устройствами с помощью голоса, да, с помощью Google Ассистента. Вот. Итак, эта коробочка выглядит следующим образом. Значит, здесь Wi-Fi Infrared Remote Control with Temperature and Humidity Sensor. Работает от 5 вольт, то есть есть подключение microUSB, вот, и непосредственно выход под инфракрасный сенсор. Вот, данное устройство подключается к вашему роутеру Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, то есть не требует никаких дополнительных шлюзов, то есть является stand-alone устройством. Есть кабель для подключения, ну и в комплекте также идет двусторонний скотч. Вот, адаптера питания, к сожалению, нету в комплекте. Вот, и в принципе имеется всего лишь одна кнопка для настройки устройства для его первоначального подключения к Wi-Fi. После того, как оно подключается к Wi-Fi и его видно через приложение Tuya либо Smart Life, какое вам удобнее, вы сможете настроить уже непосредственно все пульты управления, которые у вас имеются. Также данное устройство можно использовать в сценариях. Например, так как здесь я уже выше говорил о том, что есть датчик температуры и датчик влажности, его можно использовать с другими устройствами умного дома в сценариях. Каким образом? Например, при достижении такой-то температуры в комнате, да, допустим, это зимой, включить обогреватель, то есть включить какой-либо датчик либо умную розетку на обогревателе. Вот, то же самое с влажностью, то есть здесь сценарии ограничены лишь вашей фантазией.